Давайте я сниму, типа ты на фоне огня, короче. Как крутой пацан. Да-да-да. Всем здорово. Сегодня мы решили вспомнить детство. А в детстве мы любили пи***ть. В детстве мы любили, я не могу выговорить. Так. Короче, мы любили болить. И вот сегодня мы займемся таким делом, как полить камыш. Жека, ты что творишь? Короче, сейчас мы будем поливать камыш и текать. Тут жилых домов нет, если что, вокруг вода. Так что, думаю, все нормально будет. Мы ускоряем шаг потихоньку. Тут кидай, посмотри. Давай быстрее. Вот, достань, подшмали и все. Понял, теперь уже начинает. Пошли. Короче, срать начал. Людей тоже нету, блин. Нормально. Мы все проверили, так что не надо говорить, что мы там дебилы, типа еще кто-то подгорит. Все окей. Мы уходим отсюда, потому что реально сейчас так разгорится же жопа. Смотри. Шаг это. О! Ран, да, да, да. Блин, я не могу, нам тупо делать. Жека. Давайте я сниму, типа ты на фоне огня, короче. Как крутой пацан. Да-да-да. Вот мы дебилы, девочки. А вы ты меня подговорил на это? Я? Это ты сказал, валим, подвалим. Не, когда были малые, были страшнее как-то. Сейчас что? Я бы еще обидел на продал. Вот таким мы занимались. Я камеру снимаю. Но он все опять будет гореть. Ну потом сразу новый вырастет, зеленый. Его всегда палят у нас здесь. Посмотрите, сколько я был малый, всегда кто-то палил за нас. Ой-ой. Спустя 2 часа посмотрим, что там вообще произошло, как сгорело, да. Прошло уже часа 3, наверное, да? Ну нет, 2. 2-3 часа прошло, в общем. Смотри. Вот. Последствия, пару спичек. И все, нормально. Ну что, слабенько, если честно. Закат, вот охеренно теперь, все видно, блин. Никакие камыши не мешают, это что? У нас рыбаки часто их палят. А что, нити, разве есть консоли игровые? Кого? Нити, блядь. Сейчас пойдем по***. Нема консоли. Че, снимаешь? Короче, собрались в фильм. Три часа до сеанса, да? Да. Короче, 3 часа гулять надо. Мест нет. Я в кинотеатре не был, наверное, не знаю, сколько не был. Год 2 точно. Я с Гаврилом еще ходил на фильм вот этот про снайпершу тетку. Помнишь? Битва за Севастополь. Да. И все, короче. Так что сейчас не знаю, что будем делать. Это лазит. Так что пойдем вниз в Нимку? Да, пошли, пойдем, блядь. Написано, что консоли, блядь, там я заходил, консоли нихуя не было. Пиздец. Он только, блядь, чехлы по 500 гривен, нахуй. Ебаные, сука. В натуре корова. Там 2 коровы. Короче, шляемся, где попало. Что, куда пойдем? Там, блядь, вот эти бомбы, посмотрим, что там. Что-то бомбы. Делать нехер еще. Слева мужик на дереве. Еще столько времени, где? Что ты на А я сейчас думал, что он там делает. Еще чуваки стоят. Да пиздец. Ну да, вышел лох показать. Сказочка, вспомни детство решили. Заводи, поехали, машинист. Прикольно, сказал, раньше нельзя было заводить. Давай угля докинем, поехали. Тоже типа уголь там догорит нахуй. Да-да-да. Тут видишь, не все дует. Ну тут такая крутится все. Да. Когда я был малой, он тут все крутилось. Два колеса только крутится. Поехали. И то я не полностью крутила. Прикольно. Ты явно делаешь ничего, да? Вылазил. Катапульта.
Опа-на! Ты вообще не рвалась? Что там пишет в интернете? Паровоз був. А, это да. Про чего говоришь, нахуй? Ты что, мы валим? Не, последний раз... Ух ты, не знаю, 10 лет, наверное, тут было. Еще с Максом малые были. У меня даже есть видосик. Где-то был на компе, там, где мы лазили, так вот. Мы сейчас повернем, будем так, и потом мы пойдем уже в Сити, прям. Сколько время? По 8 часов. Мы уже полтора часа ходим. Да, по 8 часов. Жесть. Не, тема. Прикольно. Прикольно. Я хочу на корабль, но там но корабль есть. Залазить. Можно? Нет. Погнали на корабль. Вот тоже дерево классное. А вот что это, бутылка. На корабле бутылка. Да пошли похуй, что делать. Пчелы нахуй. Пчелы? А я что сказал? Бутылка. А. Я сначала подумал, что я белка сказал тебе. Погнали на корабль, на абордаж возьми. Были малые, тут все развалено было. Ну, да, балкон. А там еще есть мультиков вот эти статуи. Пошли посмотрим. Они вот там. Вот там. Вот там. И там тоже есть. Погнали, походим, поглядим. Все надеть нечего. Пока есть. Сейчас потихоньку будем идти же. Уже пол Николаева пошли, да? Сейчас идем на Кинг-Конг, как ты говорил там. Конг, остров череп. Остров череп. Потом скажем вам, стоит идти или нет. Вообще спонтанно идем, чисто. Захотелось пройтись куда-то. Вот так, сейчас сидим, ждем. Видосики смотрим. О, это я видел недавно. Это еще летом хайп этот видео был. Типа менты кого-то ломают там были. Болевой на ногу. В общем, посмотрели мы этот фильм «Конг». Что я могу сказать? Фильм прикольный, стоит смотреть, он такой интересный. Я не фанат такого, конечно, но мне понравилось, прикольный фильмец. Он такой боевик с элементами комедии. Не знаю, прикольно, короче. Посмотрите сами, в принципе, скажете, на любителя, можно сказать. Фильм красиво сделан, нарисован, все дела, там озвучка, все норм. Мне понравилось, в общем, Жеке тоже. Так мы решили прогуляться, а то я вообще обычно, ну, не хожу куда-то там в кинотеатре, да и не с кем. Тут решили с Жекой пройтись, там до сеанса успели побродить везде, вспомнить детство, полазить, где мы лазили в детстве. Ну, такое в общем. Сейчас, сегодня пришел только с тренировки. Жрать, блин, хочу, труба. Как обычно, в общем. Буду хавать, идти скоро на вечернюю тренировку. Сейчас будем выходить скоро на улице, уже тренироваться на улице. Я постараюсь почаще снимать тренировки, там тоже бывают моменты прикольные, веселые. Тренер нам камеру, может, поснимает нас. Упражнения там различные. Скоро начинаются весенние соревнования уже, в мае вроде бы. Отбор на универсиаду, на Украину и так далее. И снова начнется. Ну, это уже будет куда интереснее, чем сейчас я снимаю видео обычные свои. Так что не отписываемся от канала. Продолжаем смотреть, дальше интересней.